Конец студеня, початок лютого – период, когда звичайно на Гомельщині означается рост захворюваності на острые респираторные инфекции и грипп. Этот год стал приемным выключением. Медики тлумачать такую ситуацию некоторыми причинами и перш за все проведенной вакцинацией. Минулой осенью вакцинацию от гриппу на Гомельщині прошли 40% жихаров региона. По словам медиков, это дозволило створить так званую коллективную иммунную прослойку. У доказ этих слов приводится наступная статистика. За последние 5 годов захворюваність на острые респираторные инфекции и грипп у регионе снизилась амаль на половину. До речи, дякуючи именно вакцинации, на Гомельщині уже больше 10 годов не означается випадку захворювання на одер, который зараз является значной медицинской проблемой для шматяких европейских країн. Еще одна причина поляпшения эпидемичной ситуации – больше отказные относины людей до власного здоровья, уживание продукции с высоким утриманием витаминов, здоровый лад життя и прогулки на свежем поветре. Для шмат кого это уже звичайная практика. Медики увогуле рають навіть при сучасных, относно низких температурах, у кватерах не ховаться ни дорослым, ни детям. Учитывать нужно временной промежуток, который будет находиться ребенок на улице. Если он уже идет на длительное, с санками, с коньками, хождение где-то в течение, желательно, от 1,5 до 2 часов, максимально при таких сложившихся низких температурах рекомендуется. Не глядя на спокойную эпидемичную ситуацию, до зимовых захворываний, тем не менее, полностью готовые во всех державных аптеках. У речи, каждый тыдень на Гомельщине захворывания на острые респираторные инфекции выявляется неде у 10-15 тысяч человек, 75% за каких дети. Это прикладно отповедая осеньскому узровню. Але коли у некого хвороба обмяжевывается звычайным кашлем, иншим потребна медицинская допомога. Сегодня в аптеках можно набыть любые леки, причем их запас различен на несколько тыдню. На сегодняшний день мы полностью обеспечены всем ассортиментом лекарственных средств, противогриппозными, противовирусными, иммуномодуляторами, антибиотиками, лекарственные средства от гриппа и, естественно, витаминами, лекарственными препаратами. Запас составляет 1,5-месячный на сегодняшний день. Згодно с прогнозами медиков, все лето на Гомельщине не будет необходимости введения карантинных мероприятий, связанных с сезонными захворываниями, навод не глядя на то, что синоптики кажут о повышении температуры и навод дождливом надворье, перевышение пороговых значений у захворюваности, вероятно, отрывается позбегнуть. У нас, если и будет подъем заболеваемости, то он не будет превышать контрольных уровней и не вызовет какой-то эпидемический подъем. То есть будет протекать со средней степенью интенсивности. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».